Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Паснова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Сегодня делаю для вас ролик, обзор сорта, поэтому не кидайтесь меня камнями, что я не рассказываю, как ее черенковать, как ее размножать, какая у нее корневая система и прочую никому не нужную информацию. В плане того, что все, что нужно знать о колотее, что это тенелюбивое растение. В чем разница теневыносливое и тенелюбивое, я думаю, что сниму отдельный ролик. Но это растение любит тень и не любит много света. Плюс ее называют молитвенным, хотя я ни разу не видела, как колотеи сворачивают листья, но говорят, что они это делают. Именно поэтому их называют молитвенными растениями. И что важно помнить, что ее любит паутинный клещ. Соответственно, про колотеи уже ролик был. Кому интересно, по уходу, пересадке, грунту, удобрениям и прочим историям, смотрите сами. Сегодня мы будем любоваться вот этой прекраснейшей красоткой, которая сорт называется колотея арбифолия. Вот такой у нее лист, не совсем симметричный, скажем, прямо-таки вообще асимметричный. Вот если мы так два листика посмотрим, сейчас мы только Наташу повернем, то мы увидим, что у нее левая часть значительно меньше правой. Листы немножечко под вот наклоном растут. И край волнистый, видите, заканчивается таким смешным хвостиком, вот таким, который она стыдливо прячет вниз, подворачивает. И необыкновенный серебристый оттенок листа. То есть идут прожилочки у нас вот такие серебряные с вкраплениями темно-зеленого цвета. По ним более темно-зеленая серединка. Салатовые основания листьев. Да, растения не идеальны, они бывают с пятнышками, с крапинками. И это не повод кричать, что растение больное, умирающее. То есть такие физические повреждения возможны. Мы тоже царапаемся, видите. То есть, ну, это же не повод меня сразу хоронить. Поэтому я считаю, что относитесь проще к растениям. То есть все бывает, и царапки, и болячки, и все-все-все. Но тем не менее, если вам хочется вот какой-то прям свежести, свежей зелени, у вас есть не очень сильно освещенный угол, то колотея арбифолия рекомендую обратить на нее свое внимание. Растет она у нас следующим образом. Как большинство, да, растений, из одного листа идет другой лист, новый побег. Соответственно, если мы хотим убрать какой-то лист, внимательно смотрим, появился ли новый побег у нас. И вот здесь несколько тоже экземпляров. Раз, два, три, четыре, пять кустиков. То есть, в принципе, от корня она дает тоже какие-то у нас новые побеги. Ну, корешочки, видите, достаточно плотные, поэтому лучше все-таки не заливать. И очень важно, подходя, заглядывать ей вот в ее серебристую изнаночку и смотреть, здорово у нас растение или нет. Ну, профилактика обработки зеленым мылом тем же точно не повредит, либо зоошампунем от блох и клещей. Прекрасно, спору нет. Одна из красивейших, на мой взгляд, колотей, при том, что она без какой-то помпы, без претензий. То есть вроде бы простая, но все же в ней что-то такое магическое, на мой взгляд, есть. Итак, колотея арбифолия, тем, у кого не очень светлые квартиры, идеальное растение. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, и надеюсь, до новых встреч.